перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов. Здесь так красиво, я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress. What? Спасибо. Похоже на шестой круг ада. Жутковато здесь. Кто-нибудь знает, что делать дальше? Может быть, зайдем к Зевсу? Он должен знать, что здесь произошло. Здесь кто-нибудь есть? Смотрите, здесь цифровой свиток. Ну и что ты стоишь? Разворачивай скорее. Уважаемые первокурсники, обращаюсь к вам, так как вы единственная надежда нашего факультета. В далеком 666 году до нашей эры народ ацтеков создал календарь, по которому 2017 год был ознаменован концом существования исторического факультета. Восстановить его способны только истинные и настоящие первокурсники. Но для этого нужно совершить 12 творческих подвигов до конца выступления или истфак исчезнет навсегда. Я очень надеюсь, что у вас, уважаемые первокурсники, все получится. А вот и список. Посмотрите, как их много. Мы не успеем. Все точно не успеем. Что делать? Так, ребята, успокоились. Что там первое? Вытащить старшекурсников из царства Аида. Так чего же мы стоим? Вперед! Ага, разогнался. Там же Цербер на входе. Да ладно, что-нибудь придумаем. Это конец. Нам нужно его усыпить. Thank you.
Какой там подвиг дальше? Одержать победу на Олимпийских версус играх. Но у нас же нет Оксигефеста. Сейчас разберемся. Если надо, 612-я аудитория. Я не хочу быть суграфом, не хочу быть фирфагом. Я хочу быть дисфагом, побеждающим в битве. Я не хочу быть матфагом, не хочу быть фирфагом. Я хочу быть дисфагом, побеждающим в битве. Я не хочу быть суграфом, не хочу быть фирфагом. Я хочу быть дисфагом, побеждающим в битве. Я не хочу быть матфагом, не хочу быть фирфагом. Я хочу быть дисфагом, побеждающим в битве. Мы это сделали! Окей, well done, крутой пацан! Это только второй! Второй из 12! Так, что там дальше? Нужно очистить от вирусов Moodle! Я за перчатками? А мы за Касперским! На Комина Арина!
конца выступления осталось 2 минуты. Что? 2 минуты? Мы же ничего не успеем! Что вы опять разорались? Мы не успеваем, все пропало! Спокойно. Я знаю, что делать. Который невозможно представить без творчества. И кому, если не первокурсникам, творить эту историю? Не бежал, а парень, сонными глазами чуть дышал.